Стокгольме. Так я, блядь, не успел в айдишек срисовать. А в истории-то вроде остается. Или ты не заметил его? Ник. Он сначала меня в жопу ударил, потом мне решил подрезать две фуры сразу с правого, ой, с левого крайнего в правый край. Нормально, а чё? Это, по-моему, в порядке вещей. Мы еще не, даже не, не на ДД. Так мы возле ДД. А, ну да, ну да. Я хотел сказать, что-то ДД, ДДшечкой попахивает. Так, ребят, на левую полосу сразу перестроимся, потому что там все равно налево поворачивать. Да уж, мы не на ДД, а тут уже столько травм. Так, это вот вид ДД. Как говорится, это зона ДД уже начнет. Так, я грузовик буду пропускать, ребята. Летит как сайгак. Бля, был бы первый, я бы не пропустил. Потом фильм, потом два переворота. Чай прикольный. Когда пропустил. Так, встречка будет. Ага, она сейчас врежется у меня. Ванга, а нет. Еще одна встречка. Че в табе 26 людей? Многовато. Что-то у меня такое ощущение, мы уже выехали туда. На одной заправке столько людей. Саня. Нет, Саня. прямо. Нам прямо. А тебе куда там? Налево. Прямо. Придурок. И чё он в меня влетел? Че, еще один кто-то у вас там влетаются? Да нет, тут Иван Амазин. Мне показалось, что он влетел в меня как-то. Хотя я ускорялся наоборот. Сань. Как в ОБС включить? Он снова базар забил. Кто говорил? Просто микрофон там выбираешь, который будет, и все. Понял. Че, вкалаюсь? Чтобы с диском было запись. Ну, я понял. Помнишь, раньше дисковая запись, сейчас. Просто там эту галочку убираешь, и все. Помнишь, раньше была запись вместе с диском? То есть видно было, кто говорил, кто нет. А, ну это в настройках в Дискорде где-то, потому что они, видишь, у меня то появляются, то пропадают, хер знает. Я делал, как ты рассказывал. А вот это за опасную езду можно баном добыть.
Так что, колайся или? Подожди, куда ты бежишь вперед паровоза, Миша? Я уколаюсь. Не торопись, я же тебе говорю, еще не все приехали. Разве? Ну разве? Рубин-то он только что заехал. Матов складывал там кучу. Так, что у меня там со стримом? Да идет. Да вроде идет, да. Да я лист. Я смотрю, если что. Да у меня что-то перезагружалось, непонятно чего. Да я думал, это у меня что-то какую-то ошибку выдало, да, что-то было в этот момент. Я повторял подключение. Ой, попытка подключения повтор было. Да у меня, может, с интернетом траблы пошли. Это бывает. Ой, дичь. Да, очень разлов. О, дичь есть. Истин клюрчайся, колайся, дыхай. Чего? Опять нужно заказ. Чего там нету заказов? Спать не могу, заказов нет. Бред какой. А, ну переместиться надо тебе тогда, может, по-моему. Сколько перемещаться? Ну или из гаража в гараж, либо... Что-то подлагивается. Либо на СТО, по-моему, можно, может быть, тоже прокатить. О, Мартин. Так, все приехали. Раз, два, три, четыре. Одного не хватает. Кто четвертый? Это я вышел. А, ты все, что ли? Да не, Сань, я что-то не пойму. Значит, система нагружает, пиздец, нахуй. Клеща не могу поймать. В диспетчере, блядь, показано, что для один пользователь. У меня такое ощущение, как будто меня кто-то, блядь, жрет, нахуй. Не было такой хуйни, блядь. Привет. Привет, привет. Привет. Как у тебя дела, Мартин? Ну, нормально. С такой грустью. Ну, нормально. Тоже все плохо. Тебя с 1 апреля, кстати, Мартин. А он, может, у них нет такого проекта? Леха, а ну-ка покажи, как раз. Вот где ты ее уже скоммуниздил, а? Че? Где скоммунизил окраску уже? Мне дали уже. Схуяли. Гонит он, гонит. Я все прошел, мне уже дали. Бордов ты бредишь. Это только 4 из 5, блин, сделано-то. Мне дали. Да не, это совершенно другая. Не, вот это. Гонит он, гонит. Да хватит, что ли, дали, знакомые админы там в этом. Купил, короче, опять, да? Нет. Мне знакомый World of... Tanks. Пиздание соври, да, у меня. Сказал World of Tanks. World of Tanks. Мага-танки. А, вот из-за этого у тебя и пинг, Андрюха, да? Да, вообще что-то прям нестабильно. Это я кидает вверх. Да прикинь, до 300, это куда нахрен? Я вот сейчас ехал, специально смотрел, но это же просто какой-то трындец, блядь. Значит, да, кто-то подключается. Может, какая-то программа у тебя там подключает кто-то к этот, как его?
что там тебя не грузит, ничего там? Да нет, сейчас вообще торрент, вообще все повырубало. А торрент всегда должен быть вырубленным. Ну да, потому что у меня он тоже всегда вырублен. Он никогда при включении системы у меня не включается. Это лишает его автозагрузки. Да нет, это вообще не торрент. А зачем тебе торрент? Это да, для красоты, да. Фильмы смотрю. Лёха, что за красота? Да, и нубам эти аккаунты взломать. Лёхин. Да я не помню. Там, знаешь, там... такое, да? Да естественно. Хакер 007. Не помню, за что дали. Ну там как называется, я не помню. Это надо в гараж ехать смотреть. Крысёныш. А чё, нормально, кстати, да, для доставок? Ну, похожие, как которые это будут выдавать. Мне кажется, это даже лучше. Ну, не знаю. Ничего, говорит, я не знаю. А, ты поменял аватарку. У Эрмина была другая аватарка. В смысле? У тебя был там человечек, показывал палец. Так я еще давно это сделал. Я тут сейчас заметил, смотрю, 98. А сейчас просто увидел другого чувака, у которого просто человечек там нарисованный. Типа, наподобие, как у тебя там был. Тоже как карандашом как бы. Ну да. Ну вон сзади, который красный такой. А что такое? Просто. Так, Андрюха на перезагрузку комп поставил. Давайте подождем его. Вы куда ты лезешь? А так места нету. Нет, он лезет, блин, ему надо. Легче кабину себе помял, блин. Нагазовал, легче в кабину, блин. Че здесь столько народа-то, блин? За нами ехали. Везут. Новые фолловеры. Шонс 2, Арс, подчеркивание, Кроу, Шарик, подчеркивание, Саша, Ройс, Милитаревов, подчеркивание, Нол, подчеркивание, Мерсе 6, Мега, Алексей, 777. Какое небо голубое, кошмар, звезды, пипец. Не сказал бы, тучи. Из кабины посмотри. Из кабины? Нет, не сказал бы. Темные тучи. И звезды на куче. А куда механик-то словил? Миша, он там сверху. Сказал, есть пошел. Да ты погуди. Сейчас меня кикнет. Его кикнет. Это смех. Мартин, а ты как, ездишь в Евротрак, гоняешь или нет? Или давно, давненько нет? Если вот здесь. Чего? В Евротрак не ездишь? Конечно, езжу. Ну, мы сейчас, если что, вот там. Дюсели. А стю? Дюсели. Это что? Гемани? Миш, как всегда, в горку забрался. Выше всех хочет быть. Ну, так я же о чем и говорю. Свайн сервер. Что-то Андрюха долго перезагружается. Таня, Костя что, спать пошел? Он не поедет с нами?
Ну да, Дюссельдорф. Ну, после Дортмунда в Германии. Чего? В Дортмунда? Не, мы в Дюсселе. В Дюсселе мы. Так, я вернулся. Понятно. Говорю, я вернулся, а почему я здесь стою? Кто меня передвинул? Я ехал. Ты сам передвинул. Миш. Хорош гнать пургу. Не, я просто отходил, никогда не мог. Да, админ переместил. Сказал, нехер стоять. Я понял, кто это у меня кот же сидит. Он на пробел нажал здесь. Кот уехал. Кот угнал фуру. Да. Кто угнал мою фуру? Кот угнал. Ах, он скотина. Сейчас догоню кота. Хотя я не догоню эту Скани, она едет. А кот в окно выпрыгнул, ты побежишь за ним? Даже не знаю. У тебя, кстати, трансляция зависла. Никого. А, не, все. Так не пугай. Надо просто было F5 нажать. F5 нажать? Естественно. Даже не знаю. Блин, тут Лёша на стриме своими ушами танцует. Чё ты говоришь, Илья? Я пока из гаража в гараж перепрыгну, чтобы все заработало. Ага. Мартин, кто-то на руле ездит. Мартин ездит, скорее всего. Такие звуки. Пошёл. Нагазовал и ушел. 220. Задний. Это я был, я просто переключал микрофон. Старый. Можешь не извиняться, мы репорт отправили. Типа, какого хера ты сюда приехал, тебе спать нельзя, иди работай. Ну бред, блин. Водила так спать хочет уже. Котнапыча, привет. Привет. А чё, у меня не видно, кто пишет тебе? Ну ты смогла ВКонтакте или с Твича? А, блин, я с Ютуба смотрю. Котнапыча, дружище, есть просьба. Какая? Царь, собака. Мега Алексей 77. Виу-виу. Я собака, ты собака, я собака, ты... Ёпта мать! Не надо мне эти «я собака, ты собака». Сейчас тебе все будут писать «собака». Нет, так они все в бан уйдут. Ой-ой-ой, блин, ладно, не буду. И придется платно. Уже собака? Уже потом придется платно писать «я собака, ты собака». Котнапыча, у тебя есть хайпа? Это тоже популярно на стримах. Помоги завести Жигуль. Воу. Да, по-моему, есть. Где? Хищ Повер Карго Пак, да, есть. Хай Карго Пак, это эти. Тяжело грузить. Угу. Так, Андрюха что-то там долго перезагружается. Сколько можно ставим? А этот, как его?
Мартин. Но... Ты где? Да. Ты где вообще? У Дэнса. А что ты там делаешь вообще? Большой прицеп. Катнапетчик, можешь в галерее показать, как скин раскраска от High Power Pack на Мерседесе старом? Ну ты потом. По поводу Мерседеса не смогу скинуть, ты что? Ну, показать имеется в виду. Вот там уже врезаться успели. Ты вообще в Дюссельдорф-то перемещаться будешь, Мартин, или как, или что? Да. Он сейчас возьмет прицеп. Ну, так и. У него там прицеп просто, я так понял, да? Ну, я приеду. А гаража? Так ты вместе со своим прицепом можешь тпшиться в гараж в Дюссель. Не, это невозможно с большим прицепом. Двойное. А, двойное. А вот еще. Так, это получается, откуда ты едешь? Из Дортмунда? А нет. У Дэнса. Одесса. Ну, он еще далеко ему ехать, как до Китая раз. Серьезно? Ну, 700 километров. Это будет 20 минут. Ой-ой-ой. Нет, ты можешь зайти в галерею грузовиков и просто показать, если я нет такой возможности. Уже? Нет вопросов. Я вас так гоню. Куда вы хотите? Катнапетча, ошибка. У нас... Что это? Для Мерседеса ты имеешь в виду, но здесь... Для Мерседеса. Ну, у меня здесь только Volvo. А Mercedes какой тебе надо? Бенц какой там? Да любой, думаю. Катнапетча, старого. Ну, примерно так будет. А какой у тебя на Твиче этот канал? У меня? Да-да-да. Дюссельдорф. Заходи. Ну, примерно ну, как-то так. Ну, ладно, твои. Ой, на Твиче, на ВКонтакте. Ой, меня кикнуло. Ты что, не видел? Красный этот, как его сообщение. Да, ну ладно, кикнуло, я перезайду быстро. Ну вот как-то так, допустим, если... Катнапетча, понял. Как у тебя этот называется? Понял. На Твиче. Сейчас я тебе ссылку скину. Мне все равно перезаходить. Катнапетча, спасибо большое, выручил. Сегодня буду брать ДЭС. Да не за что. Сейчас, ребят, перезайду в игру. Ну чё, будем... Блин, нету возможности поспать. Чё за бред, по-моему? Чё, так никак не поспать? Перемещался, все равно не помогало? Не-а. Ну, отключи тогда усталость, если тебе это мешает. Так усталость. Надо, чтобы телки прибыль дали. Ну, это только если, видишь, иногда бывает не работает в этом в мультиплеере. О, Самара поехала. Вот, я в Дискорд скину.
Миш. Соседей. Угу. Тут Самара приехал. 63. О, Сань появился. Я ж сказал, я быстро. Угу. Вообще, Илья, это лучше в одиночке работает, чем в мультиплеере. Илья. Так, ну чего тогда? Андрюха что-то там надолго застрял, что-то ушел. Ну я так и не понял, он сказал, перезагружаться будет, либо чё? Я пошел спать. Ты что, ел, что ли? Естественно. Сейчас будет самый травмовый. Вы просто как-то долго... Но. Так мы Андрюха честно ждали. Ну, Андрюха не вернулся. Наверное, Андрюхи не будет, мне кажется. Он что-то там... Ну, давай сказать, без него он потом присоединится, если что, или как. Ну да, мы уже долго его ждем. А то Мишка рвется же. Может быть, он давай, даже Мишка, берем друга. Берем. Ну, я тогда спать пойду. Да ёпучи. Всем до завтра. Давай, тебе спокойной ночи, пока. Миша, давай. До сегодня. Ну чё, и чё будем брать, какие края тогда, раз он спать ушел, тогда может, ну сейчас. Его нафиг это дыр. Не, почему? В Довер можно. Куда? В Довер. Новый фолловер. Эрмина 92. Нет, у меня так. А есть такая буква. Я ж рыбы провоняю. Ну поехали. Лёха нашел? У меня Калайс есть. Так, смотрим, Довер, да? Так это мышь не откуда это получается? Чего? Так мы через ДД сейчас настроим и все. Ты через все ДД, Миша, да? Да. Нашел в Довер, Лёха? Рыбу, да? Да. Ну, да, разлёгка. Так, ну что тогда, втроём, раз, два, три, поехали, да? Давай. Три, два раз, да. Пёрнул водолаз. Мне просто говорите, когда вы город проезжаете, ну, чтобы я знал, куда мне ехать. Ну, мы в Довер Илья сейчас. Илья Маковский, хай. Привет, привет, Илья. Мы через ДД просто поедем. Да я возле Гамбург. Гамбург. Илья Маковский, как дела? Нормально, все хорошо. Нормально. Чего? У кого нормально? У меня нормально. Мышь? Да. А медведь не приходила? Не. Давай рассказывай, как строить будем график поездки. Да я вот смотрю, на карту сейчас захожу. Смотрю в карту, вижу фланту. Так, ну если мы точку над Дисбургом поставим, нас прям туда и направят. К чертовой матери.
И а прям... может через РЖД, ну их нафиг этот пост. Давай через РЖД, Сань. Ну давай, не РЖ... РЖД? Да. Да, давай через РЖД. А ты отколай, застрелиться, блин, с таким потоком. Опа, давай, а он как-то это... по-другому повел. Давайте лучше вот на РЖД, который с другой стороны. В той стороне Англии поставить точку. И он как раз через РЖД поведет. И прям в Довер. Так и поставили. Нет, просто если ты на начальник как бы точкой первой ставишь, ну вот то, что вот, то он какую-то фигню морозит. Угу, морозит. Почему? Я поставил он прям на РЖД, на этой стороне. И он мне на ту сторону на РЖД и перевез. Бла-бла-бла. Чего? Бла-бла-бла, вот чего. Ничего не бла-бла-бла. Вот. Так, давай, что? Замыкающим будешь, бла-бла. Я не говорю бла-бла-бла. Поезжай. Там с того боку поедет кто-то, так что будьте внимательны, ребята. Да уже догнали в жопу. Нифига он быстро стартанул, а вроде ехал далеко. Это как тогда, я помню, что я показывал читера. Скорость. Пока подождите. Еду потихонечку. Ал? Подождите, я приеду. О, Андрюха. О, Андрюха. Забыл. Давайте где-нибудь встанем на спальнике. Вон заправка. Вот он мне сигналил. Блин, я смотрю, он далеко был. Мог бы пропустить, но чё? Да чё ты мне тут сигналишь? Захотелось. Ничего он такое меня не писал? Макин идиот, но это не про меня. Это до этого было, я смотрю. Давайте я еще подвинусь. Упс. О, Андрюха. Ты там влез, Лёха? Ну, влазью. Потому что я уже специально тут кто-нибудь до меня заденет, в принципе. Не, нормально, влазью. Сдай назад, Сань, тебя никто не заденет. Сдай назад, Санёк. Еще можешь щиток сдать. Они едут в запас. Сейчас мы Лёху подвинем. Лёха, глянь чуть назад. Кто-то вылетает. Ой. Двигайся, Саня. Двигайся, Саня. Он тоже сзади меня пристраивается, вот это бибикает. Стой. Все, хватит, я нормально встану. Нет, ты еще мешаешь, ты чуть-чуть дай назад. Да не, нормально стою, нормально. Воу, меня подвинул. У меня джойстик завибрировал. Подвинул мне немножко. Эрхан. Бан ему. Бан. Нет, Сань, просто место еще есть, можешь сдать назад. Да не. Все, поехал, клоун. Давай. И Саня притер. Да нет, он меня вообще не сдвинул с места. Я тебе говорю, Саня, двигайся. Чуть-чуть еще сдай назад, для безопасности. Давай.
Все. О, нормуль. Все, нормуль. Задний ход-то кто-нибудь отключит? Это он тот вот. Тот, что ли? Ну ладно. Так, ну чё там? Ну, Андрюха заходит в Евротрак. Евротрак? Ну кто там еще приехал? А этот чё, Шкода здесь? Винтермод, ёб твою мать, приехал. И бедыдыщ. Ой, сейчас будет, ой, сейчас будет. Кто-то летит. Фух. Давай. Опа, на. Ну, клоп. На ровном месте, ёпта. Угу. Еще летит шкура. Летит, 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 летит. И... тачдаун. О, сейчас, о, ты дышишь. А ты дышишь. Вот, да, залетел. Ёпта. У него аж прицеп занесло. Он это от столкновения уходил, от встречки. Ну, ну этот виноват, короче, зеленый-то. А мог в нас влететь? Всех мог. Покрыть? А мог и эту еще дуру снести нафиг? Ну да, заправку. Мартин, ты где? У вас на брюки? Минуточку. Хорошо. Вы где? На стоянке или? Да, на заправке. Да. Это я уже много. Между Дюсселем и Дисбургом это заправка. А еще маячки давайте включим, вообще ура будет. И, так, на, а и на заправке свет погасим. Что там, Андрюха, ничего не писал, не говорил? Не. Он, наверное, смотрит, проверяет. Пуч. Может, ему написать? Да не, если бы он, то зашел бы в Дискорд сразу. Какая заправка? Я тут в гараже. Жалко, на, у волка не горят глаза и пасть, когда он ее открыто держит. Вообще красота была бы. Заправка, заправка. Заправка у нас на трассе. Я говорю, между этим, между Дюсселем и это, Дюссельдорфом. Вот там. Да, между Дюсселем и Дисбургом заправка стоит. Ага. Сейчас у Андрюхи спросить, что это не знаю. Так, и прицеп куда? В этот в Довер. В Довер через ДД и через железную дорогу, короче. Довер? Довер, да. А где Довер? Довер это в сторону Англии. Это возле Кали? Ну да, практически возле Калайса. Рыну несется. Да. А я не хочу, не хочу, не хочу. Сейчас буду двигать всех вас. Во, у тебя шумовые эффекты. Несется с дальняком. Смотри, несется с дальняком, Маша.
Они оккупированы заправку. А, китайцам. Так, я пока на перекурчик схожу, пока у нас Мартин доедет. Ну давай, мы пока твою фуру угоним. Ну да, действительно. Сейчас я приду. Сейчас. Ну и как обычно, знаешь, что мы с баком, с бензобаком сделаем. Так что не удивляйся. О, мне Андрюха написал. Что-то мне этот Андрюха написал. А, этот, как его, Андрюха с траблами разбирается. Что-то пока, пока без него. Вот я думаю, что сейчас с собой включить? Рамштайн? Я не знаю, я не... По... О, по-моему, Мартин. Смотри, какой трабл стоит на встречке. Ой, рядом с нами. Смотри, Мартин, красный такой. В таве появился, да? Я так понял. Смотри, кто это такой 3694 слева стоит от нас? На дороге прямо. Сейчас же его снесут нахрен. Не знаю. Опа, Шкода несется. Мартин за 800 метров от меня, я вижу. Да, если бы Шкоду не тормозило бы... То ли русский размер, то ли натиж, фиг его знает. Да, если там у меня радио играет, у меня автоматически там все нормально. Я не парюсь. В принципе, музыка нормальная. Что там Евротрак симулятор объявляет? Да о чем? Ну какое-то, какое-то оповещение вылезло. Евротрак симулятор что-то объявляет. Что там? Ничего не было. Ну это в подписках, наверное. Когда подписываешься, что-то высвечивается. Объявление. А зачем подписываться-то? Что, все подписываются, я подписываюсь. Я не ставлю свою подпись там. Не, ну там объявления всякие, обновления или что там пишут, все пишут, то и... Ой, все это херня, это тупо засирает мозг. Ну и ладно. Не так уж и часто у них там. Признавайся, где шкуру собрал, за что содрал? Сзади Том Германия стоит на Шкоде, заехал. Ты мне не ответил на мой вопрос. Взял на СТО, покрасился. Это не понял, ты ДЛЛ-ку покупал или что? Я не помню, либо за что-то выдавалось. Одна на всех или у каждого своя? Нет, каждому. Нет, я не понял, я имею в виду, на Рено одно, на Скане другое, или на всех машинах одна и та же шкурка. Хай-хай-хай. Чё ты там? Хай это Акуа. Ага. Что это? Акула. Шарк? Акула, да. Шарик, да. Шарк это, да, акула. Ещё был этот... туалетная вода Шарк. Здесь даже телевизор Шарп. Шарп, а не Шарк. Акула Ха на конце. Телевизор П был. Да, а не Шарк. Вы что-то путаете. Смотри, смотри, сейчас долбануться.
О, сейчас будет. О, дыщ. Два дырочка. Я же говорил. Это Мартин. Это было вместе. Мартин, зачем фуру перевернул? Не знаю. Она хотела заправиться, ты ее взял, перевернул. Еще только. Что ж вы вдвоем-то вытворили? Сейчас еще врежется куда-нибудь. Ну, мешался. Вот из этого. Так, ну что, готовы, значит, тогда? Видимо, да. Илья. Илья ушел. Готов. О, все, он тихо будет говорить. Да, я уже понял. На-на. Я потихонечку еду. Сейчас будет поворот направо. Наверное, красный сейчас загорится как раз. Я стану на светофоре. Сразу на левую полосу перестраиваемся. Все не туда значит. Ну это может быть такое, я не спорю. Я пока. Не погашен. Не знаю, сейчас налево. Саня, давай поменьше дергайся, я тебя боюсь. Чего ты говоришь дергать? Дергайся поменьше, тебя уже боюсь. Ну это когда резко тормозит. Так, вроде никого нет, можно налево повернуть. Так, ну чё, мы на ДД уже, что ли? Не знаю, нет, наверное. Уже сейчас будет. Там будет поворот. А, ещё да, рановато. Вот здесь, походу, поворот, нет? Нет. Там вправо, там прямо. Я подтягиваюсь, я вижу. Чего? Не пропустили? Нет. Получилось. По-моему, здесь поворот на ДД, нет? Вот да, сейчас будет нет. Поворот, вот сейчас. Там да. Как раз пробка.
сейчас будет ДГ. Угу. Вот она. Так, вот это здесь. Так, Илья, притормаживаю. Так, вы там как? Говоришь. Миш, что ты там говоришь? Говоришь. Да. Да. Это я телефон. Так, ребят, я пока потихонечку еду. Ну смотри, трансу, значит, нашу. Ну ладно. Сейчас будем смотреть. Ребят, так, ребят. Мы повернули вроде бы. Мартин тоже повернул. Он со мной сколько едет. Сколько их тут? Много. Их здесь много. Бесконечное множество. Так, я круиз-контроль пока 70 поставил, ребят, пока вы догоните, да. Так, я догоняюсь, да? Да. Да-да. У меня пока 70 стоит. Ставь больше. Егор Кислов, привет. Привет, привет, Егор. Так, все, тогда разгоняюсь до 90. Да-да-да, давай. Егор Кислов, как дела? Нормально, все хорошо. Видишь, по ДД едем. Пока хорошо. 90 еду. Егор Кислов, друзьям привет, лайк поставил. Спасибо. Вам всем Егор Кислов передает привет, ребят. Спасибо, подскажите. Так, там пробка, что ли, понять не могу. Или много грузовиков ездит. Кого-то обогнали. Санта за тобой едет, крикнул бан. Что такое? Да он летит. Да он меня даже, по горам. У меня даже снес. Ой. Илья, чего? Это он могу. Это лобовое столкновение уходило, чего? Сейчас пробку соберем, если не разгонимся. Все, меня сбил. Тебя сбили? Да. Ну, поехал. Первая жертва. Догадаю. Егор Кислов, меня вчера тут припроектненно вынес и блекнул дорогами. Ну, здесь, видишь, мне повезло. Чё-то я видел, ты там что-то врезался, да, походу? Да это в меня врезался, я встал. Там у меня аж подпрыгнул вообще, как краем глаза вижу. Ну, дурак летел, ёпта. Стой. Это кого? Стоим. Ох, стали. Вот что такое.
Как это он плохо тормозит? Кто там плохо тормозит? Мой грузовик. Да? А где я чуть в Илью не въехал. Применил экстренное торможение, но у меня немножко и Мартин въехал. Ой, там замес какой-то. Я смотрю назад. Догоним все, нет? Да я и так не тороплюсь, в принципе. 18 очков уезжать не будет. Подъем в гору. У нас мы проехали мост через реку. Твою мать, нахрен. Чё там было, Лёха? Не знаю, я что-то затормозил, я затормозил. Меня влетели. Вот трапочки. Ты бы видел, как я подлетел. Я думал, перевернусь. Нет. Повезло. Да, ну еще по обочине встречки летают. Ну, я впереди грузовика еду. Точнее, сзади грузовика еду. Он так 60-70 где-то едет. И я тоже за ним так. Почти в лоб. Прекрасно. Ты... Пропускай.
сейчас сзади там будет что-то. Шкода. О, да! А я заехал на заправку в него. Пытается обогнать, но у нас впереди пробка. Блин, зря он это делает. Фредди Крюгер. Воткнулся. Здравствуй. Привет, привет, Фредди. Фредди Крюгер, как делишки? Все хорошо, все нормально. Как видишь, Фредди Крюгер, куда путь держишь? Ну, в Довер едем. Фредди Крюгер? Так он пытается меня обогнать. Но ёх я. Ух, у нас тут траблы. Что-то у вас там трабл, у нас ничего вообще тихо. Ну так всегда. Кто вперед уехал, у того нет трабл. Кто нас сзади едет, у того трабл. Не, ну у меня были впереди траблы, но не так, как у вас. Да, у нас здесь конкретно. Все летят, все переворачиваются, там тысяч. Я уже до ЖД доехал. До ЖД? До ЖД. Мы только до первого разъезда. Ну, переезд ЖД имеется в виду. Нет, мы только до разъезда. Ты там в лес нужно надо. Не 90-ки едут, вот они летят, ой, обгоняют. Трабльщики. Так самые трабльщики летят, а потом влетают куда-нибудь. Так, мы на переезде встали. Она поднимается. Мне тут чувак в рацию написал. Ой, нас написал. Сказал. Сказал, да. Вот если бы он не сказал, я не заметил бы, что он тоже 64. Алёша Балашов.
Привет еще раз, а что у тебя интернет сбежал? Ну это бывает у меня с интернетом, Алёш. Не удивляйся. Зайдет. Что-то в сети появился, хотя говорил, что не зайду долго. Так, вторую заправку проезжаю над Калайсом. Да? Угу. Кто-то дистанцию сзади меня не держит. Кто же? Ну, кто-то сзади едет, дистанцию не держит, нифига. Начну тормозить, он обрежется. Ну, мы 81 едем. Все бипикают. Ты пускай. Слушай, ну Шкода слетит. Ой, что-то они там. А там две Шкоды. И кузовик. А пусть отпипикаются, у нас 90 минут. Так, и я сейчас направо буду поворачивать. Блин, задолбали. Пошли на обгон, походу. Да пускай обгоняют.
подъезжаем к повороту. А, все, мы твою точку видим. Так, я сейчас на обочине встану. Ох, блядь, если бы я сейчас не ушел бы точно. Извини, дохнуть лицо. Все, у меня на 90% сломанный. Ну фикс ты сможешь прописать. Леха. Я на обочине стою, ребят. Вот здесь Шкода на заезде на встречку едет. Так мне из-за нее тут пробка еще создалась. Еще одна Шкода едет на встречку. Я пропишусь. Черт, меня 157 в табе. А что ж есть? У меня 18. У меня 17 ППС. Что это? Да там кто-то перекрыл дорогу. Лёш. Поэтому пишут админ. Мне, короче, фигня какая-то произошла, но я тупо грузовик загнал сам по себе. Хотя повреждений нету. Слышишь, Сань? Да слышу, слышу, слышу. Я сам не знаю, что за фигня. Бывает. Слушайте, а что так много народу здесь? Вон это... там, смотри, там перекрыли, кто перекрыл тот дорогу. Лёха. Чё? Извини, у меня грузовик сам по себе заглох. А, да ладно, нет, я просто тебя плохо слышно. Нифига тут куча мала. Просто на все развязки, на заезде, на выезде. Смотри, типа, слышки поехали. Я сейчас по нулевой камере посмотрел, там тут, о. Чё там вообще? Всё забито, там... Я, у меня нет слов, что там творится. Слетайте, ну... А там закрыли, перекрыли дорогу, смотри. Обалдеть. С 1 апреля, типа. Шутка. Да. Его хотят толкануть, не получается. А, вон, я смотрю у тебя. Шкода. Начистить, наверное. Как это туда и перекрыли, а тут нормально? Блин, как тебе плохо слышно, а? Ну и чё, вот он там... Пашка какой-то. А это сейчас его чё, вытолкнет, что ли? Смотри, он сквозь этого проезжает. Угу. Да-да-да, вижу. Получить уже. Да. Смотри, он сквозь его проезжает. А, сквозь забор. Это то, нифига себе, точно. 32-35. Давай. Так, слушайте, а у нас открыто движение. Ну да, нет, надо кое-что сейчас, подожди. Кто это, Паша какой-то? Да-да-да, тут такое творится.
Это сквозь проезд. Никто сдвинуть не может. Угу. А кто такой этот Пашка? Охрена его. Я ребятам там помогаю, репорты отсылаю. Смотри, давайте поехали к Москве. У них это стоит. Ну, коллежный нам сделали. 30 секунд. Смотри, ничего не происходит. В школе не бьют, а только не такое. Вообще трындец на развязке, там просто что-то творится, там просто бесполезно. Парни, сорян. Солгал вопрос. Не, ну можно посмотреть, конечно. Ну сейчас, погодите, сейчас админ приедет, сейчас все это. Сразу зарулит. Что за гей-парад-то, а? Ехать будем? Походу нет. Походу это не было. Да, да. Там вот пишут, вроде, из-за того, что не делают стадик, не проедут. Да, 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 я тоже вижу. Вообще двое перекрыли дорогу, как бы один и второй поперек стоят. Так второй где там вообще стоит? Они рядом. Один с трубами, другой с тракторами. На встречке. Да? Ой, тут жопа. Алексей, что стоим? Посмотрим, тут что-то перекрыли. Посмотри, там какая пробка. 160 стадий. А на встречке перекрыли. А что ж, мне не предупредил, да? Все, раз, я спрашиваю, я на место стоит. На мосту. А в честь чего пробка? Ну, первая апрельская шутка. Года. Ты смотри, что ты лица за 35 вытворяешь. Без текстуры. Ну да. Что-то с ней красиво. Как погодка? Что, парни, я давно стою? Отлично. Ну ты, блядь, прёшь, блядь. Ну, хороший налик. Вот где админ, интересно, а? Ухают, что ли?
Вы мне тут опрессовались. Опа! Кого-то подкинули немножко. Здесь дураков, блин. Этот вообще просто сквозь заборы ездит, пофиг. Black Angel и сеть. Хотя, правда, все админы. Да уж, это точно. Да, точно. Ну, давно стало. Да. Сколько камеры 10 FPS. Кто-то переворачивает его, смотри. А он вперед все равно едет, смотрите. А он все равно перекрывает. Смотри, что он творит. То, что 32-35 хакер. Там пишет GTX 1050 Ti 10 FPS. Такая вот шутка, да, первоапьёрка? Шутка. Давайте все пошёл. А потом одни не будут рвать. Дело само перекрывает, тому похеру, смотри-ка. Главное, никто не может его перевернуть. Опа, есть. Один проехал. Еще что-то, еще что-то. Видно, да. 15 больше. Хостмода. Вышел, пошел. А хотя фиг его знает. Интересно, долго это будет, когда админ придет? Опа! Ну, давай посмотрим. Кикнули, все. Есть, админ, есть. Кто там? Не пишется. О, сейчас прорвет. Прорвало. Ну, сейчас это рассосется как... Только гикнули? Один век. Одну неделю. Раз, два. Двое на, это, на две недели, вот эти все два. Этих двоих. Каждому по неделю. Это мало. Мало, да. За такую пробку, да. Опа, вот Креулекс. Почему пишет? Что-то перм... Что-то хотел пермамент. Что-то не было. А, он хотел пермамент поставить им. Но это не работало у него. Не сработало. Нихера себе, хотел пермоментами долбануть. Ну ты сколько там долбанул? Надо ж такую пробку-то создать, ребята. Ребята. Ужас. Тут со всех сторон, блин. Трындец. Алёша Балашов. Ладно, удачи тебе в игре, а я спать пошел. Всем спокойной ночи и всем пока. Давай, спокойной ночи, Алюшка. Спасибо, что заходил. Дальше жопы здесь. Слушай, ну были пробки на ДД, ну... Как бы съезжали уже, переспалайся.
не хотели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На стриме сейчас увидим, он перевернется. Ой-ой-ой-ой-ой. Блэк Уинтер, доброй ночи, Алёша. Да, вот это жопу создал этот чудик этот. Это вот мы хотели объехать, да? Поехали в объезд на ЖД. Что дало? Ничего не дало. Не, ну мы-то как бы могли проехать спокойно. Да не, я ничего не говорю. Просто имеется в виду, что прикольно, да? Вот так вот. Кто вот так вот создали? Так, ну как бы нас еще не кипнули. Сейчас будут обочечников кипнуть. Не, ну мы же не в ту сторону. Ну и сейчас и до нас доберутся. Сто 180 в табе. Так, опять что здесь жопа какая-то. Ой, сейчас врежется. Ой, сейчас врежется. Не, проехали нормально. Здесь больше народа, чем в этом. А, подожди, да? А может быть это мы пока через ДД ехали, поэтому все через ДД-то и не ехали. Народу-то вообще никого не было. Чего? На встречу-то мало народу было. Ну, тогда там было, потом перестало. Ну. А, ну да. Блин, дочь, а прикинь, сейчас что на ДД прорвет. Да, 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 да. А, чешуеть. Столько народу-то, ёпта. Охренеть. Просто нескончаемый поток идет. Просто. Обалдеть. Гудят друг другу, ёпта. О-о-о-о, авария, ты смотри, всех закатал. Ё-моё, как их подкинуло. Смотри, ты видел? Ох ты, ё. Читер, что ли? Тут где... Оу, нифига себе, вверх. Тут где... Я сейчас над мостом смотрю. Вести 43 FPS. Вот все на ДД поехали. А я еще думаю, что ж так пустынно, где вот этот как его, где переезд. Там... Если вы тюрнинг ед. Админ. Что это второй админ? О, он кикает всех. Он, короче, сейчас до нас доберется. Там сейчас обочечников херачит. Что-то про линию. Поехали сами спешим. Хорошо. А еще он переводчицы. По правой стороне, давай только едем. Че, дергаем? Поехали. Никого. Поехали из этого ада. Выберемся. Я уже уехал по левой стороне. Да что там это, народ же на правой стороне стоит. Все лагает, ёпта. Это хорошо, что мы через ЖД выбрали
Иначе бы нам пришлось бы тоже туда поворачивать. Так, вы там ребят догоняете? Илья, ты чё там? Сейчас подлагивать у вас будет, ребят. Чё это? Ну потому что там столько народу стоит, а у меня тоже кадры, 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 кадры. Нет, сейчас-то нормально. А, ну все тогда. Значит, уже отлагнуло. Так, на обочине хер знает, перед поворотом там стоит. О-о-о-о-о, есть! На, меня закинули. Тебя закинули? Да. Выйти не сможешь? Трындец. Не знаю, нет, наверное. Потому что перевесило напополам. Вон, видишь, что? Смотри, что у меня происходит. Меня закинуло просто. Да, здесь без вариантов. Я не могу выехать. По F7, да? Да. Падла. Блин, ну с двух сторон подрезали. Ой-ой-ой-ой. Хотели трабл? Получись. Так, смотрю, вышел, да, Мартин? Да, Мартин вышел, я смотрю. Так, сейчас поставлю. 32-35 выдали перманентный бан, который сквозь сеть ездил. Я на него пожаловался, мне прислали, что перманентный. Да, читер это. То есть мой репорт не зря произвел. Получается, что так же, да? Ну да, это читерство. Есть, перевернули одного тут. На выезде из СТО. Жди меня, Сань. Ты рыжий теперь ездишь. В каком смысле рыжий? Красный ездил. Красный еду. Нет, рыжий. Не, у меня красный. В табе? А, в табе, может, надо просто поменялось. Ну-ка, сейчас посмотрю. Короче, я на Довер еду, на ЖД. Давай, мы тебя здесь ждем. Нет, красный у меня. Рыжий ты горишь. Я этим розовым, а ты рыжий. Вот у меня даже сейчас идет. А теперь красный. Ну вот, я поменял немножко. Может, сдвинулось просто случайно. Ну так, Блэк. Вот такого я никогда не видел в жизни. Вот такого? Мне сначала написали так. Action was taken on your reptagon flash на 32-35, да? Ну. Спустя какое-то время мне пишется о том, что это тра-та-та-ты has been banned for permanent. Угу. Ну, человеку теперь заново аккаунт покупать, заново игру покупать.
Хотя он новый еще может. Не факт. Ну, может, новый аккаунт купит, да и все. Black Angel. Лучше в одиночке. Продаются же аккаунты. Пустые. С игрой уже. Да не, прикольно, это не в одиночке Блэк, а ну так вот посмотреть, вот что происходит. Какие, простите, дурачки бывают. Вот так вот. Зато прикольно. Тем более, это еще и второй сервак. Это вообще жесть. Ага, тут чувак застрял. Black Angel. На выезде. В жизни на дорогах не меньше. Ну, с этим я с тобой согласен. Саня, меня ведет через полукруг, а потом только на выезд из города. Ну, это ж не на железке. С железки направо, круг Олень и тут налево. А что это так? Не знаю. Не, у меня этот как его сразу. Так ты точку убери, да и все. И... Твою мать, а? Ну, дурак, блядь, дураком, сука. Чего такое? Ну, по такое? Встречке поехал, выехал из этого, из гаража. Ой, из гаража, с этого, как его? ЖД. Ну, и по моей стороне поехал. А я заезжаю, наоборот, на ЖД, он по моей стороне. Ну и чё? Не отвык, что ли? Глубоуха. Ну да. Ладно. Групповуха. Групповуха-лобовуха. Угу. Вы на этой стороне или переехали, переправились? Переправились уже. Угу, сейчас я уже захожу. Black Angel. Ездит как зомби, не видать нечего. Еще дорогу им уступай, короли дорог, блин. Ну да, согласен с тобой. Илья, что ты там извращаешься? Теперь посмотри на свою молоту. Да я понял уже, к чему ты это сейчас склонил. Идем. Ага. Блин. Это вообще не так. Ну вот Лёшку вижу. Лёх, куда ты поехал? Стань жопу, что встаёт. Езжай вперед, Илья. Чё я-то? Давай, давай. Сыграть на одно, да? Ага. Так, не забываем две стороны движения. Да. Пока два грузовика живых остались. Надо было Лёшку вперед пропускать. А я не знаю маршрута. Ма-ма-ма. Квак-квак-квак. Ну что тогда, тут Илья, 90 летим сразу. М?
Леха, летит вперед. Я не знаю маршрут. Ну ладно, хорошо. Еду, иду, не мастер. Мы 90 едем лишь. Запросто. Я все равно без пути. Скажи, хоть 150, да? Да, хоть 190. Сейчас прямо пока едем. Угу. Извилистый. Ой-ой-ой, Илья, осторожней. Притормаживай, Лёша. Налево будет сейчас поворот. Там сигналит сзади. Не знаю. Торопится, что ли? Волик. Сидит на хвосте, у меня сигналит что-то. Взял бы, обогнал. Я бы не пропустил, потому что из-за этого море. Почему не могу пропускать-то вперед него девчонок, уезжать я уже на 90 девчонок. Ну да. Нет, тут ушел потом вправо. Да, он направо, налево. Налево, налево. Аккуратная встречка. Чувак, не сторонний. А, чувак забылся. Еще один. Что-то я как-то через жопу встал. Неровненько. Ну вот, на этой ноте закончим мы этот стрим. Всем, кто был, спасибо за лайки и спасибо за все то, что приходите. Ну и всем спокойной ночи и пока-пока. И с Новым годом! Пока.
Black Angel, доброй ночи. Так, я тоже.